Всем привет! Продолжаем гулять, путешествовать. Завернули вот тут в Таллин. Вот эта старенькая видеозапись. Парк Мусимяги. Горка Мусимяги. Поцелуева горка, как здесь ее называют. Парк этот устроен на части бывшего земляного укрепления у Вирусских ворот. То есть это высокий бастион такой, название такое. В соответствии с составленным в 1876 году планом озеленения Таллина при участии выдающегося ландшафтного архитектора Георга Куфальта. Открытие состоялось в 1898 году, то есть вот уже так достаточно давно. Авторство садового павильона в парке принадлежит архитектору Николаю Тамму старшему. Для подъема в парк были сооружены каменные лестницы со стороны улицы Валли, устроен фонтан. В 1941 году во время боев упала с авиабомба, частично разрушила Вирусские ворота. И здесь, кстати, в парке захоронили несколько погибших в боях солдат немецкой армии. Был утрачен фонтан, но, тем не менее, вот то, что осталось. В 1946 году у парка сооружен фонтан «Мальчики и рыба». Вот я здесь его, правда, не показываю, но вот надо знать, что есть такой фонтан. В 2007 году на горке установлены две скульптуры «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». Скульптор Тауна Кангро. Это место любимое и памятное для большинства жителей города. Место парк влюбленных. И существует такое поверье, что если влюбленные поцелуются на Мусимяги, на этой поцелуевой горе, то любовь будет счастливой, а совместная жизнь долгая и радостная. Для многих поколений таллинских юношей и девушек этот волшебный холм стал местом первого поцелуя. Ну вот, собственно говоря, и все. Все, пока, всем привет, до свидания. Thank you.